Иглу. Это зимнее жилище канадских эскимосов куполообразной формы, сложенное из снежных плит. Высота этого жилища приблизительно 2 метра, диаметр 3-4 метра. Вход через отверстие в полу, к которому ведет коридор, прорытый ниже уровня пола, что дает отток углекислому газу и в то же время не позволяет уходить теплому воздуху. Свет в иглу проникает сквозь толщу стен, иногда через окна из озерного льда или тюленьих кишок. Отапливается и освещается это жилище плошками-жирниками. Внутри иглу застилаются шкурами, предохраняющими снег от таяния. Иногда шкурами закрывают и стены. В таком иглу можно поддерживать температуру около 20 градусов. Эскимосы могут строить целые поселки из таких хижин, соединяя их между собой переходами. Ярошенко. Николай Александрович Ярошенко. Талантливый художник и реалист, один из руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. Родился в 1846, умер в 1898 году. Николай Александрович родился в Полтаве в семье военного. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге в 1870 году. Одновременно с академией Ярошенко становится вольнослушателем в Академии художеств. В 1876 году Ярошенко Николай Александрович был принят в члены и избран в правление Товарищества передвижников. Известность художнику принесла картина «Кочегар», изображающая приземистого рабочего с суровым лицом и тяжело опущенными натруженными руками. Также интересна картина «Студент», в которой художник создал образ романтика-революционера. Очень поэтична картина «Курсистка», в которой, по мнению Стасова, художник проявил себя как портретист современного молодого поколения. Видное место в творчестве Ярошенко Николая Александровича занимают портреты выдающихся деятелей русской культуры. Прекрасный портрет актрисы Стрепетовой, портрет философа Владимира Соловьева, портреты художников Ге и Крамского. Из жанровых картин особую популярность получила картина «Всюду жизнь», в которой художник показал высокую человечность в людях, отвергнутых обществом. В 1892 году Николай Александрович вышел в отставку в чине генерал-майора, чтобы свободно заняться живописью. Кроме портретов, художник писал и пейзажи, особенно виды кавказской природы. Последние годы жизни художник провел в Кисловодске, на так называемой «Белой вилле», которую приобрел в 1885 году. Шилохвост. Птица рода настоящих или речных уток. Шилохвост схож с кряквой, размеры самцов 62-74 см, включая хвост, вес около 900 граммов. Самки несколько меньше. Средние рулевые перья удлинены, отсюда и название шилохвост. Тело этой утки стройнее, чем у кряквы, шея тоньше. Шилохвост встречается в холодном и умеренном поясах Европы, Азии и Северной Америки. Предпочитает неглубокие стоячие водоемы, гнездится на сухих участках среди прошлогодней травы. В кладке 8-10 яиц. Шилохвост хорошо плавает и ныряет, легко передвигается по суше, неплохо летает. У самца задняя часть шеи и голова бурые, грудь и передняя часть шеи белые. Спина серая, на спине тонкие черные поперечные полоски.